Афшу
хочу ассалам абайкум, распространяйте салам между собой. То есть пророк ассалам как нам объясняет? Пока вы не уверите, вы не попадете в рай. То есть условия попасть в рай — это что? Вера. А чтобы стать верующим, что надо делать? Надо полюбить друг друга. А чтобы полюбить друг друга, это самый, скажем, короткий путь или самый легче путь — это отдавать салам. Вот действительно, сейчас у нас проблема стала. Как просто салам говорит, вы давайте салам того, кого знаете или не знаете. Иногда бывает так, даже был случай. Одному ассаляму алейкум сказали, он смотрел на нас, потом подошел и говорит, я вас знаю. Мы были в шоке, но верующий человек, да, когда ассаляму алейкум сказали, он смотрел, смотрел, а он подошел к нам и говорит, а что, я вас знаю, что ли? То есть теперь для нас такое стало, что мы должны знакомых только салам давать. Нет, салам — это мир, мы должны давать всем мусульманам. Иногда бывает, мы, то есть, читаем в одной мечети намаз, может, год, два, три, пять, но никогда мы салам друг друга не даем. Или вот салам ассаляму алейкум, все как будто мы поссорились, да, там. Но салям, ассаляму алейкум, на словах, это говорит сунна пророка салам, но держаться за рукой — это тоже сунна пророка саллаллаху алейхи вассалям. Ну, конечно, если человек не занят чем-то, если намаз читает, или там разговаривает с кем-то, нельзя перебивать. Когда человек на тебя смотрит, руку там открывает, мы должны здороваться. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, когда здороваться с человеком, пророк саллаллаху алейхи вассалям не отпустил руки, пока не отпустил того человека. Он насколько у него был, скажем, любовь, любил всех пророк саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, чтобы нам тут собраться, необходимо давать салям. Если мы будем салям давать, вот в некоторых мечетях я удивляюсь, когда он заходишь, там бабаи заходит или там кто-то заходит, он здоровается со всех. То есть те люди, которые намаз начитают, подходят к каждому, здороваются, они спрашивают, как дела и так далее. Но если посмотреть хикма, джама, в чем мудрость? Чтобы мы знали друг друга. Вот в деревнях, если там один день, то есть постоянно будешь ходить на намаз, а потом один день не ходишь, ты знаешь, все там приходят к тебе домой. Почему ты не пришел? Потому что, может, вдруг человек заболел и так далее. Потому что они знают друг друга, у них есть вот эта любовь. В принципе, мы тоже должны этого делать. Но у нас так принято, что мы в конце здороваемся. Некоторые в начале делаем, некоторые в конце. Но если кому-то не нравится, ну сделайте до начала. Или когда в коридоре вы увидите, там здороваться. Вот на улице, вот где-то там увидите, ассаляму алейкум. Если есть возможность, ну если не торопитесь, лучше рукой здоровайтесь. Это будет намного лучше. Начало это нас собирает. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Чтобы мы собрались, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы стали верующим, полные верующие, и чтобы мы, иншаллах, попали в Судный день в рай. Саллаллаху алейхи ва саллям.